Не то чтобы даже злая, надоела просто вся эта поебочина. И поэтому решила поставить точку. Что это ты думал? Где я должна быть? На танце? В четверг. Не очень понимаю вопросы. Какие новости? Какие конкретные новости? О чем вы говорите? Нормальный фильтр. Я сейчас не могу без фильтра вообще. Ну, давайте поговорим, спрашивайте, что вас интересует. Интересненько. Я тут сижу, вон синичек грызу. Вкусно, прикольно. Будет ли я отмечать ВДР, я вообще не знаю, потому что у меня каждый день абсолютно меняется мнение на этот чат. То я с кем-то ссорюсь, то какие-то события странные, то еще что-нибудь. Да, квартиру нашли. Вот, поэтому, короче, каждый день думаю, надо ли мне это вообще. Может быть, я вообще одна буду. Нужно мужчину, любящего тебя срочно. Мужчину нужно, да. Только нормального. Конкретного. Нормального мужчины. Стефана, кстати, да, наверное, буду отмечать. Хочется что-нибудь такое. Интересненькое. Я не блокирую людей, чьи мнения отличаются. Суть вообще не в этом. Суть в том, что есть, например, вот истина, да, которую, предположим, там я пытаюсь донести до людей, а люди начинают что-то придумывать. Вот это вот уже не мнение. Да. Моментальный загар мне нравится. Я не рассматриваю мужчин 40+, вообще. Вот. Я рассматриваю вообще, в принципе, молодого, там, 22-25, но только чтобы он с мозгами был. Вот так вот, хотя уже, наверное, нет, хотя уже, наверное, никого вообще не рассматриваю. Это татуаж, не, мне уже пора ламинировать. На море пока нет. В каком стиле будет ДР? Я, может быть, вообще не буду отмечать, а может, вообще буду просто, в принципе, одна. Такой тоже вариант может быть. Не хочешь научиться водить машину? Не знаю. Похуй. 22-25, а приор нет мозгов, вы не правы, кстати. Я знаю очень много молодежи умной, очень много. Да, надо оторваться. Спасибо, мне хватает этого в жизни. С собой, наверное, да? Что нет-то? Подбешивает только. С кульганом общаешься? Нет. Тут чак категорично. Очень можно много долго терпеть, а потом все. Почему они должны жить с мамками? Нет, в Питер я не еду, там вопрос решается дистанционно. С Ириной, конечно, да. Нет, блефа я пока не делала. Ребят, по поводу Димы причин много, а это не одна причина. Суть просто в том, что Дима даже не понимает, почему он был неправ. Тут дело не только в видео, а вообще, в принципе, в целом.
Начинаем. Еще раз дома два. Да, кстати, можно и в 20 лет быть мужчиной, и в 40 лет малышом. Ну, возраст и дело. Мне просто молодые нравятся вот этой вот своей энергии сейчас, которая от них прет. В плане они там стремятся к чему-то, что-то хотят. Сейчас такая, кстати, классная молодежь, но не все, конечно. Что, у меня трещет от злости? Да и то уже даже, не то чтобы, уже похуй. Ну, как бы есть, есть, нет, нет. Похудею. Я смотрю, вы тактичны очень. Вы хотите помоложе, да? 100%. Ты что, в гармонии с собой? Да, в принципе, да. Но есть какие-то вещи, которые подбешивают сильно. Ну, конечно, время видели, конечно, свет. У меня 3 татуировки. План на ближайшее будущее — работать. Очень много работать. Очень-очень-очень. Сыночек со мной, конечно. Давно. Что ж, нет, не было не больно, кстати, вообще. Тем более еще обезболивают. Если куда-то идут, то с Йоси. Если Йоси, например, не может, то с няней. У нас и две. Что значит поработать только разговоры? Я же не показываю чего-то. Зачем мне прям все показывать в инсту? У меня не было никогда чеченцев, ребята. У меня была осетин. Ну, было такое, да, с носом. Здравствуйте. Веру нет. Вообще ничего не надо себе менять. Либо воспринимать такой, какая вы есть, либо нет. Потому что это на первых порах. Романтизм, все прикольно, все классно. А дальше что? Что дальше? У меня все прекрасно, все охуительно. Боитесь Лина, я боюсь абдоминопластики. Черногория, привет. Операции, конечно, будут. Блять, я такая злая, вы себе представить не можете. Я очень православный. Сестра живет у себя дома. Сыночек начал потихоньку говорить, да? Ну да, уж лучше быть одной, чем с кем попало. Что, блядь, с носом у меня? Все у меня нормально. Я сейчас живу в соседнем ЖК.
о чем, ничего о чем. Бла-бла-бла-бла, блядь, разошлись-то нахуя, вот я не могу понять таких людей. Ну, можно вообще вот, ну, не писать мне вот по этому поводу ничего? С Томой Двами ушло давно, да. Да, в моем случае только операция. К сожалению. Напишите на пиар-аккаунт и не забудьте почитать условия. Москва не сразу строилась. Ну да, у меня будет когда-то счастье. Личной жизни. Все когда-то будет. Ну, все будет супер, да. Никто не виноват ни в чем. Все прекрасные люди, мы все прекрасные люди по отдельности. В Питере решается вопрос удаленно. Понятия не имею, кто у него появился, я не лезу в его личную жизнь вообще. Привет из посада. Доброй ночи. Спасибо. Блядь, забудьте уже. Осетины, армяне, блядь, еще кто-то. Забудьте все. Нет, на Дон-2 я не собираюсь. Ребенок живет со мной, естественно. Ладно, короче, я думаю, буду выходить, я что-то так загрузилась уже. Я же не читаю, блин, уже вопросы. Я что-то думаю, думаю. Думаю, буду выходить. Спасибо. Я не понимаю, какую локацию вы новую говорите. Вы про Дом 2? Я не смотрю Дом 2, я смотрю иногда просто эти нарезки. Ресницы, да, хочу сделать завтра, кстати. Плакала, да, чуть-чуть.
Все будет 100% хорошо. Почему тут Юся вообще? Угу, семечки вкусные, да. Да плевать мне вообще на калории, ребят. У нас разошлись пути, но мы очень хорошо друг к другу относимся. О, кофе, да. А я не смотрю, не знаю. Ну, я думаю, Яна точно получится хорошо справиться. Она клевая. Я люблю семечки. Соленые, да. Коль вкусные. На ужин у нас сегодня была грудка. Картошка. Картошку, кстати, я запекала дольками. Готовить потому что, ребят, так получилось, так бывает. Ладно, я думаю, нужно уходить уже. Спать надо. Утро вечером мудренее. Вечером удлиннее, а в сегодняшнем дне мы оставили еще одного ненужного человека. Поэтому что сказать, добрых снов. Мужчина приходит и уходит. Вот. Поэтому доброй ночи. Расстались. Все, ребятки, пошла я.